Конкурсная комиссия Министерства экономического развития республики рассмотрела 27 заявок на гранты по молодежному и социальному предпринимательству. Максимальная сумма – 500 тысяч рублей. Среди экспертов комиссии – представители Минэко, торгово-промышленной палаты, Центра «Мой бизнес», некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев. Важно нам, чтобы бизнес имел какую-то историю. Если бизнес работает, например, там больше года, больше двух лет, это дополнительные баллы. Важно нам, насколько хорошо инициатор проекта владеет информацией, то есть мы поэтому могли судить о том, ну, насколько человек понимает, насколько он ориентируется в той сфере бизнеса, в которой он этот проект нам расписал. И, исходя из этого, ставились оценки, и исходя из этого потом будет вестись контроль над тем, как эти проекты воплощаются в жизнь.